А ушки слышат, что хотят, но кто ж за это ненавидит, ведь это форменный пустяк. Объем прически стал пожиже, а Таня опустилась в рост. Но мы же с вами не в Париже, а здесь какой за это спрос? Спина, конечно, хуже гнется, но ведь всегда возможность есть. Не на шпагат и не на мостик, а просто в креслице присесть. Да, телок похуже варит, потери здесь невелики. Пусть это никого не парит, ведь есть другие котелки. Браво, браво. Все хорошо, прекрасные ребята, моя любимая родня. Ведь это шутка, шутка лишь о дате. И не касается меня. Браво. Браво. Умница. Молодец. Поразила. Почему видео? Видео было, да? Конечно. На YouTube. На YouTube. С юмором очень. Давай. На YouTube. Кто сочинил? Пушкин Александр Сергеевич. Конечно, я.